Всем огромнейший привет. Приехал сегодня в такое наипрекраснейшее место. И решил я, друзья, построить свою лесную избушку. Да. Идея это у меня еще была с зимы. Хотел я построить избушку на курьих ножках. Ну, такая была задумка. Но на двух ножках не получится, поэтому буду строить на четырех ногах. Высотой над уровнем земли высота будет 1,20 м. Это будет вполне комфортно и в то же время будет смотреться интересно. Размером будет примерно 2×2. Высотой там уже посмотрим по обстоятельствам, ну, чтобы было вполне комфортно в ней находиться. Поэтому сейчас найдем какое-нибудь красивое место подходящее. И в планах сегодня заготовка стройматериалов: стен, крыш и пола. Строить буду из валежника, из кругляка. Так что надеюсь, будет интересно. Всем приятного просмотра. Лепота. Проект будет вообще шикарный. Интересно даже самому сделать. Ну все, нашел вообще классное место. Вокруг елочки будут, а в серединке наш проект. Так что сейчас займусь напиловкой. Заготовкой стройматериалов. Здесь рядом нету. Буду пилить где-то и таскать сюда. Так что класс. Вообще шикарно будет. Бензинчика солью. Литрушечку. Пилу собрал. Так, пока чайку попью. Только вот масло-то забыл, наливается в литр. Один к 50. Я в интернете, короче, построю. 1 к 50. Один это что, сколько? От литра. Литр. 200 грамм получается, что ли, на литр. Ой, 20 грамм на литр, 200 грамм на литр. Надо сейчас погуглим. Так. Смешиваю масло с бензином. Важно понимать, что для двухтактных двигателей соотношение составляет 1:50. То есть на 5 литров топлива приходится 100 миллиграмм масла. Угу. На 5 литров 100 миллиграмм. На литр. На литр надо было писать. Сейчас сосчитаю. Сосчитать еще надо. 20 грамм получается. На литр. Вроде. Ну, ладно. Если постоянно пилил, так я бы запомнил. А так я раз в год пилю, так забываю все время. Ну да, он. Литр, 2, 3, 4, 5, на 5 литров получается. Так.
капец, какие-то мухи бешеные. Все, напилил все, что в округе было. Все распилил на размеры. Сейчас буду таскать, кучу складывать. Не знаю, хватит, нет. Если что, придется еще издалека откуда-то таскать. Сейчас таскаю, видно будет. Ну а пока я таскаю стройматериал, предлагаю посмотреть вчерашнюю мою поездку в лес. Всем приятного просмотра. Тишина, птички поют, погодка сегодня шикарная. Посмотрел по старым картам, здесь как бы вроде бы проходил ус, но может быть это и что-то другое, вырубка какая-нибудь, просто просека. Сейчас схожу, проверю, ехал сюда часа, наверное, 3-4, позанимаемся сегодня металлокопом. Ну, мне, наверное, больше разведка сегодня будет. Не знаю, сколько успею. Время уже обеда, я еще только место ищу. Но ничего. С разведкой тоже надо ездить. Погуляем. Также, может, ягод с грибами пособираем. И еще надо мне постараться найти корягу. Интересно. Люстру хочу сделать. Потом покажу. Ну, вместе с вами, наверное, и сделаем люстру в спальню себе. Хочу сделать из коряги. Так что вот, кому интересно, оставайтесь. Сейчас попьем чаю и пойдем туда уже. Сейчас проверю, если здесь нету уса, то можно дальше еще поехать. Места много здесь, наверное, отмечал таких перспективненьких. Так что работы сегодня много. Ягод
много поспело уже. Вон, вон, вон сколько. Целая полянка. Можно будет пособирать. Посмотреть надо, что-то у меня есть там. Тара-то нет. Это я хрупкая, она. В мешочек не пособираешь. Ну вот. Это как бы старый ус. Или просека. Сейчас позвоним, узнаем. Если что-то будет от железной дороги попадаться, тогда будем здесь. Если нет, посмотрим дальше. Выкопал первый сигнальчик. И это оказался старый-старый складень. Уже сгнил совсем. Ну, отправим в коллекцию. Это так, что-то оказалось. Просека какая-то. Вообще ни одного сигнала, вот кроме этого ножичка. Сейчас, ну, вот есть у меня бутылочка, пособираю ягод. Двинусь куда-нибудь подальше. В другое место. Ягод много пока что. Там дальше заросли, так, наверное, нету. Сколько наберу, хоть пол-литра, это ладно. И черничка уже поспела. Мелкая такая-то, засохшая, видимо. Дождей не было. Ну, здесь мало. Так, вон, пару кустиков. То голые все. Эх, чудо-транспорт. Хоть куда на нем можно ехать. Через бревна перескакивает. И по бездорожью. Как тут на машине проедешь? Никак. Здесь была старая ветка. Железная дорога. Но, думаю, она вся почищена. Когда еще была тут дорога нормальная. Там в лесу на старой карте обозначен как круг. Ну, сейчас, может, скриншот вам ставлю. И интересно было посмотреть, что это такое. Поэтому сюда заехал. Ну, и заодно пробегу по дороге. Мало ли. Так, проверить. И сходим сейчас, посмотрим, что за круг. Может, там пропустили его. И дальше поедем. Это я так, по пути просто заехал. Ну вот, дошел я до этого круга, непонятно, для чего он сделан. Еще и ровный такой. Но сейчас уже все здесь мелкими деревьями заросшее. А вот в середине большие. Не знаю, для чего это так опахивали, кружочек. Интересно. Ну, вон видно, что выворачивало
сюда все выворачивали. Может, что-то хотели делать. Сигнала здесь нет вообще ни одного. Ладно, здесь ягоды вроде есть. Сейчас пойду там еще пособираю и дальше двинусь. Вот и под люки. Ягоды-то есть. Ягоды-то есть. Но что-то грибов нету. Вроде дождики были. Значит, что-то не урожай в этом году. Вот так вот идешь по лесу, особо ягод нету, присаживаешься и сразу там, а там, а там, везде ягоды. Там сказка же есть какая-то, да, про ягодки. А вот это что за гриб, я не знаю. Если кто разбирается, пишите в комментариях. Съедобно, нет, или поганка. Ладно, поеду дальше. Нашел эту вторую старую линию, не знаю, ну тоже походу хорошая дорога, наверное, все тоже выбито, ну хотя вон на самой дороге прям валяется металл, не знаю, посмотрим, сейчас похожу, посмотрю,
Ну, вряд ли, наверное, что-то есть. Да, поедем дальше, там еще мне. У меня тут, я наотмечал мест таких перспективных, ну, по старым картам. Много ездить, не переездить, наверное, на разведку. Все равно найду когда-нибудь не битые места. Надеюсь. Куда сейчас нога человека не ступала, вообще неизвестно. Может, и не найду. Скоро, наверное, точно банки будем уже собирать. Все. С каждым годом меньше металлолома. Мест. Все выбито везде. Ладно, похожу. Ну, металла не наберем, так. Хоть ягод. Да корягу надо найти еще. Грибов тоже нету. Так. Ну, гвозди-то везде есть. Костыли эти. Кстати, там тоже находил костыль. Жаль, что не первым сигналом. Говорят, примета, если первым сигналом был костыль, то это на удачу. У меня первым сигналом складень же был. Двадцать девять. 300 грамм почти что костыль весит. Нифига себе. А когда три костыля и килограмм. Так-то тоже выгодно собирать. Ну, вот такие вот большие. Не, тоже все тут. Яма на яме, яма ее погоняет уже. Эх. Ладно, поедем дальше. Что? Надо было сразу посмотреть, потом доставать. Дальше достаю. Распаковка дальше. Ладно, обеденный перерыв. На обед у нас гречневая кашка. Кашу хоть. Бабочка сидит на телефоне. Ладно, сейчас заеду еще в одно-два места. Если ничего нету, то буду искать корягу. Интересно. Возьмем корягу, найдем. И поедем уже во свояси. А завтра будем из коряги делать люстру. Посмотрите, может, кому-нибудь понравится. Себе тоже такую сделать. Давненько я не брал в руки инструменты. Что-то металлокоп, землянка, металлокоп, землянка. Деревяшки совсем забросил что-то. Да ты что ко мне пристала-то? Вот хоть поснимаю деревяшки, а то кто-то от деревяшки подписывался. Я уже не помню, когда зимой последний раз нарды делал. Ладно, погнали. Заедем еще в одно-два места там. Тут неподалеку. Проезжал тут, заметил деревяшечку, кряжечку. Интересненькую такую. Опа. Посмотрим, не сильно гнилая. Если то заберем потом. Так-то интересно, да? Ну, вроде нормально. Не сильно гнило. Топора-то у меня с собой нету. Я забыл уже, что он в другом рюкзаке. Ё-моё.
Вот это мне не нужно, может, отломлю. Эту заберу уже. Тьфу, блин, паутина еще. О, интересненько. То, что надо. Вот, на обратном пути надо забрать. Отличная будет люстра. Подровняю, какая края. Ошкурю, облагорожу. Ну, короче, увидите все сами. Классно будет. Ну все, мы сегодня с металлокопом закончено. Не фартит в последнее время. Все, привязал уже корягу. Вот так, которая должна отпасть дороги. Ладно, поехал я дальше. Ну потом будет дождик. Или так, выходной от леса. Когда будет. Займемся этой деревяшкой, обработаем ее. Сделаем красивую люстру. Вам понравится, уверен. Да уж. Когда видеоролики смотришь, это все намного проще кажется. Так. Ну, когда строят кто-нибудь что-нибудь, смотришь, все легко и просто так кажется. А когда начинаешь, не так это все легко оказывается. Ладно, если бы в одной куче лежало это, дрова, ну, лес. Он же по всему лесу раскидан тут. И 200, и 300 метров. Вот, и ходишь по всему лесу, собираешь, еще и отпилить это все надо. Пока напилишь, пока перетаскаешь. На улице еще жара, блин. Сегодня 30-31, обещали в тени. Только никакого озерца нет, как бы искупаться еще. Ладно, наверное, половину еще так и перетаскал. Продолжаем. Насчет бани в землянке у нас в процессе, будем иногда туда ездить, тоже надо делать. Ну, в первую очередь буду эту делать, избушку. Землянка в бане так получилось, что сделал ее сильно далеко, добираться не очень удобно, долго. Связи там нету, с работы дозвониться не могут до меня. Еще плюсом дорога. Когда дожди идут, туда вообще не проехать. Там дороги такие полевые, и их размывает. Вообще каша, грязь.
На каком-нибудь вездеходе, болотоходе, так это, наверное, ну, можно на мотоцикле, но потом замаешься его отскребать от грязи, столько набьется везде. Так что, ну вот, в сухую погоду можно ездить, заниматься там, в баньку будет, можно будет ездить. Короче, для таких летних сухих дней та баня-землянка. Осталось там еще немного дотаскать. И все. Полдня уже сегодня таскаю. Надеюсь, хватит. Вообще, все, что было, тут выпилил, распилил. Там еще немножко осталось. Ну, такие уже маломальские. Должно хватить. Шикарно будет вообще избушка. На курьих ножках. Сейчас дотаскаю, буду собираться, наверное, уже. Сил сегодня уже на что-то еще не останется, по-любому. Показываю проделанную работу. Вот это тоненький двухметровый напилил на пол. Ну, думаю, маловато будет, еще надо немного. Это ерунда. Вот самое главное, на стены. Вот столько тут, не знаю, сколько тут нафигачил. Ну, надеюсь, хватит. Там есть еще немножко. Ну, можно поубирать еще, поупиливать, чтобы не такие, не сильно гнилые были. Но, в принципе, это кучка большая. Не знаю, сколько здесь штук. А эти пойдут на крышу. Так вот, будет крыша двускатная. Не знаю, тут хватит, не хватит. Но тоже там есть еще тот тонкомер. Тоже можно допилить, если что. Вот два бревнышка принес. И еще отпилю два. Ну, под опоры. Будет две, ну, четыре опоры, и на них уже будет устанавливаться сам домик. Хотел вот сперва на две ножки, но никак не получится. Это на слишком толстое бревно и глубоко сильно вкапывать. Мне сильно толсто не принестишь сюда. Тогда только выдержал бы на двух ножках. Так-то у меня в планах, говорю, была избушка на курьих ножках. Ну ладно, избушка на четырех курьих ножках будет. Ну ладно. Ну, место прикольное нашел. Так, вокруг елочки будут. Здесь избушка стоять. Шикарно. Вот так вот поработали.